Всем здрасте, Мордасия. Давненько мы с вами не виделись. Что-то я ни черта не снимаю, работаю целыми днями. Утром как хожу на работу и только ночью возвращаюсь. Времени что совсем нет, да и сил, да и желания снимать нет, потому что вышел съездить сегодня с заказиком. Решил, почему бы не снимать, даже ведь камеру не брал, решил поснимать вам на телефоникейшн. Рассказывайте, как у вас дела. Даже у меня. Как я уже в моих трех словах, наверное, понятно весь мой настрой, что я немножко задолбался. Вот, сегодня поедем к моему старому знакомому, старому коллеге. На магазин съездим, там приехал мой заказик, который я уже давно ждал по игре Unmatched. Я думаю, надо его забрать, пока не пропал он из магазина, потому что я уже давно жду. Вот, и сегодня как-то выпал такой денек, что могу, в принципе, скататься. Вот, первым делом, конечно же, пойдем с вами за кофе. А там дальше, в принципе, и посмотрим, что будем делать дальше. Вот, пока, короче, идем. Даже не знаю, что вам рассказать. Вот, на самом деле, голова не варит ни черта. Настроя снимать нету. Поэтому терпите мой бубнёж. Кстати, сегодня еще был дождь. Вот, это я переживаю, что и сегодня он будет. Ну, как по классике, мы с вами выходим, в принципе, такую погоду поснимать. Вот. Ночью был ветер, дождь. Очень гадкая погода. Надеюсь, сегодня нам ничего не будет мешать. Хотя сейчас вышел, в принципе, даже немножечко и тепленько. Блин, еще ехать прилично относительно. Тут либо тепать на маршрутке прилично, либо ехать с пересадками, что я дико не хочу. Поэтому решил идти на маршрутку, но вот придется немножко пройти. Радует, что здесь еще по пути кофейни. Все шумит, все мешает. Я даже не могу решить, какой кофе хочу. Что-то как-то вроде и хочется, и в то же время как-то нехти. Короче, я не хочу кофе сегодня, фу. Какое-то у меня гадкое состояние. Вот. Сейчас, надеюсь, тут придут шумы, да выберется вкусненькое. Кайф. Хочу себе вот этот вот, ой, вот этот, горячий бамбуко. Не хочу ждать, что-то пришел я не вовремя. Тут больше таких более-менее нормальных кофейни, я вот, в принципе, там, где вкусненько делают, даже не знаю. Ну, вроде должна уже сейчас бариста прийти, пока ее нету. Взяла себе горячий бамбл кофе. Не знаю, как он будет горячий, кстати, ни разу не пробовал бамбл горячий. Вот. Попробуем. Так, что у меня камера какой-то такой седой. Жесть. Надеюсь, это будет не в жизни. Сейчас мне надо дотепать до какой-то остановочки, блин, не помню какая, чтобы сесть на маршруточку. И мне сейчас только ехать. Бумненько, надо проехать на этой странной маршрутке. Чтобы меня так не разоржать. Какая гадость. Ладно, давайте попробуем. Очень ядерный сок. Фу. Как бы и прикольно, и очень-очень-очень-очень-очень ядерно. Что могу сказать по кофе? Он сок, так как бамбл добавляется, апельсиновый сок. Он прям из-за того, что теплый, такой дико-дико ядерный, прям такой прям аж очень-очень насыщенный. И это, и как бы с одной стороны прикольно, но с другой стороны как-то было внезапно. Даже немножечко меня как-то избодрило. Блин, я же если покупал машину, хочу именно такую. Блин, обожаю такие старенькие машинки. Вышел я с маршрутки, такая духотень, ненавижу общественный транспорт, такая гадость. Вот, доехал до я до Кубаколоса, сейчас дотепаем. Кстати, что хотел сказать, я там все намылился снимать об простоте, думал, пока я есть выходные, когда я дома, хоть так поснимаю вам. Но, как понимаете, я пока до этого не дошел, поэтому у тех, у кого остались вопросы, можете анонимные вопросы задавать в боте в Телеграме, я потом скину ссылочку, ну, внизу здесь будет. Задавайте, то там анонимно, там вы не переживали. Только не задавайте всякую ерунду, типа такой, знаете. Это провокационные вопросы, еще что я на них даже не буду отвечать, потому что это глупости. Вот. На нормальные вопросы с удовольствием отвечу, к нему сяду и запилю этот видос. Хотя вы знаете, что я блоговые видео не очень люблю. Вот, для меня они скучны, но что мы да сделаем. Так что я тут шел, нашел внезапно какой-то библиобайн, большой магазин книжный.
зашел просто позыркать, что-то интересного есть. Блин, почему вот это, конечно, тоненькое, а стоит жесть. Тут а-ля биография Довлатова. Хотя, в принципе, если почитать его книги, тут, в принципе, этого будет достаточно узнать про его жизнь. Ну, прикольно с фотографиями. Обожаю Довлатова. Забрал я еще один мачт. Должна доехать еще одна маленькая коробочка, но она еще не приехала. Новые герои. Иненга, Ахиллес, Сунь-Кун и Кровавая Мэри. А вот, по-моему, как приедет, забрать еще Джина и Гудини. Маленькую коробочку. Что-то либо я давно ничего не покупал, либо очень как-то подскочили ценники, потому что что на книге я зашел в библиобай, что здесь что-то так прилично, прям как-то визуально дороговато все стало. Что-то давненько я не вошпался по улице, и как-то мне тяжело дается поход, что я уже устал, честно. Фух. Хочу уже домой. Ну что, ребятня, я, в принципе, уже дома. Немножко так, не скажу вам, актовый я снимаю на телефон. Давайте, я не знаю, давно не виделись, покажу вам, что у меня тут, блин, какие-то вот обновочки или манги. Я уже не помню, что он показывал, что не показывал. Давайте так пробежимся, может, что-то интересное увидим. Текс, что у нас тут? Какой-нибудь там бензопила человека вы, наверное, не видели, не знаю. Наверное, 7-8 вы, наверное, не видели. Домохозяина, наверное, видели, вроде еще 6-я вышла, нам надо будет забрать. Наруто 11 вы не видели, наверное. В этом ничего больше. Так, а, о, еще бензопила человек. 9-й. И пришла еще вот такая вот, смотрите, мне. Типа, вот такая вот штучка рассказывает про старых героев. Не знаю, взял, короче. Так, что у меня тут еще есть? Берсерк 6-й. Поел, сразу забрал. Пистолет для мертвеца. И где-то у меня была еще первую книгу, я тоже нашел. Но неважно. Короче, так. Тут у нас вроде как... Хотя, вон, видите, парочку запакованных есть. Магическую битву давно не читал, а же вон, видите, сколько не читал ее. Так, тут, наверное, ничего. И в этом вот моем барахлишке тоже, скорее всего, ничего такого. А вот, смотрите. Яромир сделал на день отца. Хоп, хоп. Такую вот штучку. Тут вроде ничего такого прям сверхъестественного. Снимал я вам пыльных ребят. Вот такой у нас, в принципе, влог получился. Коротенький, конечно, просто скатались, но лучше, чем я, вообще ничего не снимаю. Ребята, сегодня будем заканчивать. Не знаю, когда там будет следующее видео, когда буду снимать, когда будет получаться, но постарался объяснить, что сейчас все работа, работа, работа. Дома редко бываю, поэтому... как получается снимать, вот так и снимаю. Когда-нибудь сделаю вопрос-ответ, поэтому, если есть желание, вопросы можно еще задавать снизу, оставлю ссылочку. Переходите, да, задавайте. Все, ребят, увидимся.